Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня мы идем в один из моих самых любимых магазинов, магазин КОС. Скоро грядут распродажи, поэтому посмотрим, что они нам предлагают. Черно-белая витрина абсолютно, весной какие-то еще были расцветки. А сейчас очень много черно-белого, и входная группа у нас в этой гамме белые брюки, черная длинная рубашка, сейчас именно длинные рубашки в моде. Опять же, черное платье-комбинация. Это видео будет посвящено платьям. По-моему, я ничего кроме платьев в этом видео не буду мерить. Черная юбка и белый топ. Я буду мерить платье. Вот такое, как топ, только платье. И комбинезон молочного цвета. Вообще в КОС в этом сезоне очень много комбинезонов. И с длинными брюками, и бермуды, и шорты. Просто какое-то засилие. Ну и рубашку, которую я вам показывала, она сейчас стоит 7000. Черная есть такая в белом цвете. Еще какие-то расцветки есть. Льняная майка алкоголичка. Алкоголички сейчас ворвались в моду. И в КОС они в разных составах есть. И это стоит 2200. Вот еще алкоголичка. Здесь хлопок, видимо, с эластаном. Но, обратите внимание, очень низкая пройма. Вообще, в КОС много низкой проймы и в майках, и в платьях. И вот здесь, вот, например, тоже и пройма низкая. И это платье, я такое буду мерить, черное. То есть, либо нужно носить это без бюстгальтера, либо бюстгальтер должен быть уже такой какой-то явный, что мы его демонстрируем. Черные брюки на кулисочке. Брюки все какие-то из очень плотной ткани, я заметила. Вот нет, ничего легкого я не видела. Хорошая сумка, круглая. Давно как-то я не видела таких форм. Очень много платьев-маек. Ну, вот это прям очень тонкое. Я такая подумала, кто же будет его носить. Ну, вот модели, видимо, будут его носить. На модели хорошо смотрятся. Либо вот такие вот платья в обтяжку. Я их называю презервативы. Есть много платьев-футболок, либо коротких, либо длинных. Но это, конечно, все такой не дресс-код, не рабочий вариант. Ну или вот такие платья, когда видишь на вешалке и думаешь, ну что это за больничная одежда. А потом смотришь на модели и с аксессуарами, вроде бы и ничего, минималистичненько так. Еще одно платье на тонких лямочках. Мне она понравилась. Мне нравится платье на тонких лямках, но я, к сожалению, носить такое не могу. Оно такое широкое, свободное. Хорошее платьишко. Стоит оно 9000. Ну вот или еще такое на тонких бретельках платье-комбинация, которое я вам показывала на входной группе. Нравится, но носить я такое не могу. Шопер за 25000 из очень плотной кожи. Тоже неплохой, для минималистичных образов хорошо подойдет. Мне понравился вот этот комбинезон. Я очень не люблю комбинезоны, и, конечно, это я носить тоже не смогла бы, потому что у него открытая спина. Но мне нравится, когда открытая спина. Он такой из тяжелой струящейся ткани. Стоит он 10000. Ну, посмотрите, какая спина у него на завязочках. И, ну, я показываю вам, как он должен сидеть на модели. Вот эти светлые брюки я вам показывала в своем весеннем обзоре. Не люблю такие пояса, потому что очень ограничен способ стилизации таких брюк. Только что-то заправленное или очень короткое. В общем, я бы себе такое не купила, несмотря на то, что я фанатка брюк. А это меня сразило просто. Это такая махровый песочник. Для взрослых. Тоже не понимаю, кто это будет носить. Очень инфантильная вещица. Стоит 5000. Ну, не знаю, может быть, только дома. Как-то мужа соблазнять. Сумка-шопер 7000. Вязаная такая большая. И внутри мешок. Видимо, для того, чтобы туда вещи складывать. Вообще много махровых изделий в КОС, чем они меня удивили. Вот, например, такой свитшот махровенький.
худи махровый и махровые шорты, и все это висит не в отделе для дома. Ну и один из многочисленных комбинезонов в кос. Если кто-то любит, то вам сейчас самое время туда сходить и присмотреть себе что-нибудь к распродаже. Купальник. Я, честно, хотела примерить купальник в кос, но все купальники, которые я там видела, они грудь не предполагают, либо они так ее расплющат, что как будто у тебя ее и нет. Есть вот такие джемпера в кос, льняные, в черном и молочном цвете. Но они очень длинные, 7000 этот джемпер сейчас стоит. Они очень длинные. Я, если честно, после того, как я намучилась со своими длинными джемперами, как их стилизовать, я их чураюсь, как черт от ладана. Мне кажется, такой можно носить только с шортами. Тогда у тебя будут ноги, иначе все остальное съест. Ну и много всяких базовых футболок, топов во всевозможных расцветках. Вот такой жемчужный, есть еще какие-то расцветки. 4000 сейчас стоят. В общем, базы, конечно, здесь достаточно. Вот такое я прикинула красное в обтяжечку платье. Ну, прикинула просто к себе, на себя не решилась надевать. Потому что для этого нужно, я не знаю, какую фигуру иметь. Почти 8000 стоит вот такое платье-рубашка с акцентными пуговицами. Я, честно говоря, не очень люблю платье-рубашки. Вот так оно смотрится на модели. Есть еще вот такая платье-рубашка. Но я понимаю, что для офиса это, конечно, будет неплохо. Мне нравятся вот такие платья. Но это, конечно, не офисный вариант. Еще вот такие базовые кардиганы. 8000 это сейчас стоит. Я вам это показывала в весеннем своем обзоре. Все это до сих пор еще висит. А что я вам хочу сказать, пока я вам все это показываю? Что кос занимает какую-то странную позицию по отношению к России. Во всем мире уже идут распродажи. Все там уже на сейле, на сайтах. У нас тишина. Откуда такая дискриминация? Мало того, что все стоит дороже, чем в Европе, еще и сейлы почему-то у нас запаздывают. Вот это платье я тоже вам показывала в весеннем обзоре, и в этот раз я его примерю. Смешное платье. Традиционно в чем я была одета? Абсолютно в стиле минимализма. Черное минималистичное платье, коричневые аксессуары, коричневые бусики, коричневая сумка. Коричневый ремешок для часов и коричневые сандали. Я вернулась с моря, а укладка еще не вернулась. До сих пор обхожусь без фена. Ну и поскольку черное платье – это теперь моя любовь, первое платье, которое я примерила в кос, тоже оказалось черным. Сразу хочу сказать, что оно 34 размера, поэтому оно мне меньше, я ношу 38-й. Ну, мне очень хотелось его померить и показать его вам. Интересный крой, узкая юбка, такая с высокой шлицей. Вверх в сборочку, узенький рукавчик. Конечно, если бы это было моего размера, сидело бы оно по-другому. Но мне просто захотелось вам его показать. Скоро грядут распродажи, может, кому-то приглянется и кто-то себе его купит. Сейчас оно стоит 7 890. Я думаю, что со скидкой цена будет гораздо приятнее. Покажу вам его в еще одной расцветке. Такой мелкий цветочек. На мой взгляд, черное, конечно, смотрится гораздо интереснее. Но просто, чтобы вы знали, что есть еще одна расцветка, чтобы вы посмотрели, как оно, в принципе, сидит на модели. Ну, а вот так должно сидеть черное платье. Еще одно платье, которое я примерила, это такое платье-майка. Удивительно оно, конечно, как-то сделано, в общем, показывает, создает бедра тем, у кого, видимо, их не хватает, потому что оно прям такое вот стоячее, повеселило меня. И это платье я примерила в размере L как раз, может быть, оно было, если бы поменьше, как-то оно получше бы на мне сидело. Я хотела найти, как оно сидит на модели, похоже на это, но здесь вырез на груди как-то побольше. Ну и сидит оно поинтереснее, еще есть в белом цвете.
не знаю, оно не оно. Ну, как я уже сказала, мерила я в размере L, стоит оно 9000. Перейдем к платьям, которые мне понравились. И вот это платье, оно как-то более применимо к жизни. И в моем, скажем так, вкусе. Хорошая высокая пройма закрывает бюстгальтер, можно носить. Юбка вот эта вот ярусная нижняя. Единственное, что я хотела заметить, у него достаточно плотный вот верх. Вот эта юбка, которая пристрочена, она такая тонкий хлопок, а верхняя часть, она из очень такого плотного хлопка. Ну, фасон мне нравится, как я вам уже говорила, мне такие фасончики я люблю. Это, конечно, не для офиса, не для дресс-кода, ну, для прогулок, опять же, с коричневыми аксессуарами, с какими-то стильными украшениями будет неплохо смотреться. Сейчас это платье стоит 9000, я мерила в размере M. Здесь катун и эластан. Но что мне еще показалось странным, что к такому хлопку еще пристручена подкладка до груди. Ну вот она закрывает чуть-чуть спину и на груди. Зачем это было сделано, непонятно. Ну вот я вам показываю структуру этой ткани, достаточно плотная. Вот это платье мне очень понравилось, оранжевое. Я вообще люблю оранжевое платье. У меня такого цвета есть, я вам показывала в прошлом году. И это тончайший хлопок, очень легкий, невесомый. Все мне здесь нравится, все понятно. Карманы вообще во многих платьях, практически во всех. Достаточно высокая пройма, длинная. Мне сейчас нравится макси. Уже я устала от миди. И опа, сзади открытая спина. И это, конечно, засада. Нужно либо не иметь грудь, ну, либо носить какое-то бра или бюстгальтер, который закрывает спереди. Я бы, в принципе, могла носить вот эту полосочку сзади, но просто нужно подобрать подходящее белье, чтобы не было видно застежки. А так платье идеальное. И оно в нескольких расцветках. Причем на моделях оно смотрится как-то поуже. На мне он прям так балахонисто смотрелось. И это оранжевое, темно-синее, еще какие-то есть расцветки. Может быть, потому что я мерила в размере L. Может быть, поэтому. Еще одно платье черное, которое мне понравилось. И сразу вам скажу, что это 44 размер. Я, напоминаю, ношу 38. Моего размера вообще мало что осталось. Поэтому я меряю то, что было. Меня смотрят женщины разных размеров. К тому же можно заказывать онлайн. И вот это платье я рекомендую рассмотреть. Оно интересно сделано. У него V-образный вырез впереди и сзади. Видите, как хорошо открыта спина. Тоже такой V-образный вырез. Но бюстгальтер закрывает. Мне нравятся такие большие вырезы на спине. Ну и на груди я люблю такие вырезы. Они вытягивают шею, создают вертикаль. Хорошее платье. Тонкий, очень тонкий, приятный хлопок. Такой же, кстати, как вот у оранжевого платья. Много, много платьев сделано именно из такого качества хлопка. И это платье тоже стоит 8000. И я вам показываю вот саму ткань, 100% хлопок. Ну, вот так оно должно сидеть на модели. Но мне оно, конечно, очень было большое. Еще одно черное платье из такого же хлопка. Я вам вначале показывала топ белый. Это платье. И вот сзади оно как будто бы собирается. Вот на такие завязочки. На самом деле, мне кажется, это такая обманка. Но в то же время интересная деталь. Не банальная. Оно такое свободное. Будет вас продувать. Не жарко будет в нем, даже если оно черное. Опять же, карманы, как я сказала. Конечно, либо здесь не предполагается грудь, потому что видны лямки и очень низкая пройма. Вот, посмотрите, такое легенькое, свободное, не жаркое.
И, как я уже сказала, вот видно бюстгальтер. Ну, либо нужно носить уже такой какой-то яркий бюстгальтер, который мы будем явно демонстрировать. Что-то зеленое, желтое, красное. Стоит он 7000. И мерила я его тоже в 42 размере. Я ношу 38. И мое платье фаворит. Хороший рукав у него. Реглан фонариком. Приятный такой цвет. Очень-очень разбеленная мята. Ярусная. Я люблю такие платья. Опять же, вот этот V-образный длинный вырез, красивый, на мой взгляд, делает нам шею вертикаль. Мне показалось, она немножко разная у него фактура. Ярусы более тонкий хлопок. Основа, основная часть более плотный. В общем, я бы себе такое купила, с удовольствием носила. Тоже оно, по-моему, в нескольких расцветках. Причем на сайте написано, что эксклюзивно онлайн, на самом деле и офлайн есть. И это единственное платье, которое я мерила, наверное, в своем 38 размере. Стоит оно сейчас 9000, достаточно тоненькое. И еще оно есть в бежевом и черном цвете. И покажу вам еще платья, которые мне понравились. Вот это сиреневое я примеряла в весеннем обзоре Искос. Можете посмотреть, ссылку оставлю внизу в описании. Видела в магазине вот такое белое платье. Мне нравится их сложный крой и сочетание разных фактур. Вот это платье мне понравилось. Оно в двух расцветках, черное и белое. Может быть, кому-то оно покажется похожим на ночнушку, но мне такой фасон нравится больше, чем платье-майка или платье-футболка. Ну и для кого кос дороговат, я, как и обещала, мы ищем стильный минимализм по более бюджетным ценам. Например, в Uniqlo. И здесь главное знать формулу стильного минимализма, сочетание разных фактур и разных объемов. Например, на мне здесь льняная рубашка в размере XL. Ношу я M-ку, надо сказать. Я здесь вам просто покажу фотографии, не буду ничего рассказывать, сделаю видео из Uniqlo, следующее оно будет, и там вам более подробно расскажу, как создавать образы в стиле минимализм за не очень большие деньги, тем более в Uniqlo скоро грядут распродажи. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Думаю, впереди нас ждет интересное видео. До новых радостных встреч. Всем пока!